Ольга Мичи – фотограф-путешественник. Благодаря любви к посещению различных уголков Земли, она отображает это через снимки. Арт-проект «Уязвимые» знакомит нас с культурой малых народов Азии, Африки и Чукотки. Над концепцией Ольга начала думать еще в 2016 году. При работе над серией фото использовался видеосвет, который делает произведения похожими на живописные полотна. До того, как в 2017 году я начала снимать проект, я уже прошла довольно большой путь с племенами. Есть определенные правила, которые есть во всех регионах Земли и среди всех людей. Это когда ты приезжаешь, ты объясняешь, для чего ты приехал, что ты хочешь, когда ты понятный человеку, и все строится на доверии и взаимном уважении. Поэтому всегда открываются любые двери, даже маленьких хибар. Эта персональная выставка стала 16-й для Ольги. Ранее выставлялась не только в России, но и за рубежом. В этот раз экспозиции приехали в музей имени Эрзи. Сегодня это очень важно, потому что очень часто эти народы, их культура пропадает. На них сильно воздействует современная цивилизация. И вот в этом проекте мы как раз видим вот в этих красивых, на первый взгляд, большеформатных цветных фотографиях, как это воздействует на эти народы. Кроме этого, Ольга Мичи работает над благотворительным проектом «Экстремальный фотограф». Любой человек может помочь вымирающим видам животных, если приобретет понравившееся фото. Доход направят в национальные парки, которые занимаются спасением. Выставку «Уязвимые» посетить можно в музее Эрзи до 15 января 2023 года. Ксения Бебинова, Павел Толобаев. Наши новости.